Жители Ямала, которые не смогли летом 2020 года использовать льготный проезд к месту отдыха, смогут получить компенсацию за отпуск следующего года. Проезд будет оплачен и детям работников. Об этом глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал в ходе заседания Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Прежде всего, это касается людей, которые работают на крайнем севере. Им работодатели раз в два года должны компенсировать стоимость проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно. Из-за ограничительных мер многие из них так и не съездили в отпуск. Эти работники и их дети смогут получить компенсацию в новом году, когда поедут в отпуск. Также правительство подготовило на 2021 год программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи по полису обязательного медицинского страхования, в том числе высокотехнологичной и специализированной. В программе учтут особенности работы системы здравоохранения в условиях пандемии, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая сейчас ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением. А для медучреждений предусмотрены авансовые механизмы, которые помогут в выплате зарплат, оплате коммунальных услуг, закупки лекарственных препаратов.